Следуем автомашину, которая движется в направлении поселка Волжский по Красноглинскому шоссе на выезд из города. Водитель подозревается в совершении разбойного нападения, не выполняет требования об остановке. Преступник вооружен и очень опасен. Такое сообщение по рации передает экипаж ДПС в погоне за нарушителем ПДД. Беглеца удается поймать при помощи спецсредства, которое используют полицейские в таких случаях, размещая его на дороге. Задержание нарушителя, как говорят полицейские, дело техники. Дальнейшего сопротивления преступник не оказал. На самом деле это были всего лишь учения личного состава полка ДПС, из-за чего участок трассы от поселка Красная Глинка до моста через реку Сога был временно блокирован. Конечно же, мы оградили участников дорожного движения от всяких непредсказуемых ситуаций. Провели ее, будем так говорить, в более комфортных условиях. По факту все это проходит намного жестче. Учитывается плотность потока, учитывается манера вождения водителя, его адекватность. Прибегать к погоне чаще всего приходится за нарушителями правил дорожного движения или угонщиками автомобилей, для того, чтобы исключить реальную угрозу для других автомобилистов. Как правило, водители этих автомобилей не отличаются особой законопослушностью, и они не готовы останавливаться на первый там жест регулировщика. И вот в этом случае как раз возникает необходимость применять преследование данного автомобиля. Это и есть реальная такая проблема, когда особенно пьяные водители пытаются скрыться от наших сотрудников. То есть в надежде, что, соответственно, это нарушение не будет задокументировано. И такие, скажем так, преследования, ну, скажем так, наверное, еженедельно, я не преувеличу, они происходят. Также задерживать преступников приходится в ходе спецоперации «Перехват» или «Кольцо», которые, как правило, показывают наибольшую эффективность. Большинство учений полицейские проводят на областных дорогах. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.